Всем привет! Вы на канале «Современные родители». Сегодня поговорим про коляску Cybex Prime 3 2 в 1. У этой модели премиальная цена, а как она себя показывает в действии и что о ней говорят пользователи, мы узнаем далее. Чтобы быть в курсе выхода новых обзоров, подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Ссылки на лучшие цены и полные характеристики оставлю в описании. Надеюсь, вы поддержите мой канал лайками и напишите комментарий. Стильный для родителей и комфортный для ребенка комплект прослужит от рождения ребенка до возраста 4 лет. Коляски Cybex Prime давно стали культовыми благодаря своему легкому революционному дизайну в сочетании с удобством и комфортом для ребенка. Количество приверженцев модели растет с каждым годом, и это неудивительно. Prime стремительно ворвался на рынок премиальных колясок и с каждым годом от модели к модели совершенствуется, становясь еще удобнее, еще технологичнее и еще красивее. Люлька предназначена с рождения до 9 кг 6 месяцев. Ее отличительная особенность в том, что появилась дополнительная функция проветривания и возможность открытия части блока для обзора ребенка и знакомства с окружающим миром. Удобная ручка для переноски люльки встроена в капюшон. Внутренняя часть обивки съемная, выполнена из 100% хлопка. Крупный капюшон и специальная накидка на ножки отлично укрывает малыша от прямых солнечных лучей и непогоды. Дно люльки оборудовано 4 небольшими ножками. Прогулочный блок предназначен с рождения до 17 кг. Он оснащен крупным капюшоном XXL, защита от солнца UPF 50+, и сетчатой вставкой для улучшения циркуляции воздуха в теплую погоду. Спинка легко откидывается одной рукой в 4 положения, включая полностью горизонтальное, благодаря чему коляску можно использовать с самого рождения. Реверсивное сиденье просто устанавливается как лицом к маме, так и в сторону дороги. Его высота идеальна по высоте к столу, поэтому с коляской удобно посещать кафе и рестораны, не беспокоясь о кресле для ребенка. Сиденье оснащено 5-точечным ремнем безопасности и регулируемой подножкой до 3 положений. Благодаря сменным чехлам прогулочного блока можно с легкостью менять внешний вид коляски в любое время года. 4 стильных варианта шасси. Rose Gold. Рама розовое золото, бампер и ручка в коричневом оттенке. Matte Black – черная рама, бампер и ручка в черном оттенке. Chrome Black – шасси хром, бампер и ручка в черном оттенке. Chrome Brown – шасси хром, бампер и ручка в светло-коричневом оттенке. Колеса теперь идут всегда одного вида – из вспененной резины. Они не боятся проколов и их не нужно подкачивать. А амортизация присутствует на всех 4 колесах. Ребенку будет еще комфортнее. Тормоз не пачкает и не портит обувь. Постановка и снятие производится нажатием сверху. Я проанализировала отзывы и выделила основные негативные и позитивные моменты. Сейчас расскажу о них. Сначала отрицательные. Она очень жесткая, даже на маленькой плитке ее уже колбасит. Если зимой снега больше, чем когда его вообще нет, то вы замучаетесь с ней. Конструкция начала поскрипывать уже через полгода. Нитки у кожаной ручки начали расплетаться через год. Когда дергаешь ручку вверх и вниз, она вообще не пружинит. Корзина крепится на кнопках и на весьма тонких ремешках, совсем не вместительная. Все шатается в разные стороны, люфты нереальных размеров. Амортизации практически нет. Теперь перейдем к положительным. Огромный капюшон с защитой от ультрафиолета. Отличный бампер в высококачественной отделке под кожу. Удобный ремень безопасности, нигде не свисает, ничего не давит. У всех колес отличная амортизация, а передние вращаются, что очень удобно при управлении коляской. Ручка под кожу просто регулируется под нужную высоту. Блоки меняются местами просто, без всяких усилий. В люльке есть вентиляционные отверстия, особенно удобно ими пользоваться в жаркие дни. Транспортировка коляски по ступенькам со сложенными передними колесами. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Буду рада вашей поддержке, жду лайки и комментарии. Не пропустите новый обзор. Для этого подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. До скорой встречи на канале «Современные родители».